Если перед вами стоит задача многоразового использования шаблонного документа, в который каждый раз нужно подставлять разные данные, то самым удобным выбором будет использование функции слияния документа Word с Excel-таблицей. Примером будет служить шаблон условного договора аренды. Результатом работы будет создание множества договоров аренды, в которые будут автоматически подставляться разные данные из таблицы. Создаем шаблон с постоянным текстом и полями, в которые потом будут подставляться данные из таблицы. Теперь создаем таблицу с заголовками полей, которые будут подставляться в шаблон документа. Вводим в ячейки значения полей. Я рекомендую сразу задать всем ячейкам таблицы текстовый формат. В этом случае в данные в шаблоне будут всегда отображаться точно так же, как отображаются в таблице. Особенно это касается корректного отображения дат и чисел. Сохраняем таблицу, закрываем ее и возвращаемся в шаблон документа. Мастер слияния поможет нам быстро подключить таблицу к шаблону. Выбираем файл созданной нами таблицы. Теперь мы можем вставить поля из таблицы в нужные места шаблона. Можем посмотреть результат слияния. Для того, чтобы их распечатать или сохранить, нужно использовать инструмент «Найти и объединить». Спасибо за внимание. Всем быстрой, простой и результативной работы.